домой? Яла. Мы же сказали на обратном пути, у нас будет 40 минут времени. Пока за ним нет, а мы народ завтрак или утром, да? Да, все хорошо. Давайте, у нас в каждом городе есть триада. Все это триада. Бог, его жена и его сын. Здесь в Луксоре есть пиванецкая триада. Амун, его жена. Мут, его сын. Хесус. За вами это назвали. Отдыхали один день. И второй день утром люди есть вещи. Только на один день каждый год. В центре Лади Амуна, с левой стороны Лади Амута, с правой стороны Лади Хесу. Три параллели. Нас не три показывают. Все второй показывают. Второй тоже здесь. Один на другой стороне. Там есть сын и второй. Он дают. Он это три деньги. Все три карнакского храма. Это одна кубья, точно как карнакский храм. Разница только имена фараонов, не больше. Давайте сначала. На фасаде, там фараон Египта, Кайфа. Ка – это значит душа человека. Ка – это значит двойник. Двойник. У каждого человека есть двойник. У фараона Египта есть 26 двойник. Потому что в Египте были 26 двойник. Каждый двойник есть правда в одном городе. Это значит Рамзес 3, 4, 5. Тоже Рамзес 2, потому что здесь есть имена Рамзеса 2. Но есть другая версия, это не Рамзес, это 5 солнцем, это значит год. Без них это значит сын. Сын Амуна. Третьем, остальные при сети первом, высота средних колонн 21 метр, остальными 15 метров. Это значит, крышки были на разных уровнях, потому что по сторонам они открыли окна, дали храм свет. Дали храм свет. Но здесь есть вопрос. Как древние египтяне построили эти колонны? У них не были кранов. Но у них были подъемные машины. Подъемная машина просто лоб такой размер, и положили дерево в обрек, поднимается. Это первый вид, где писали. Вообще, египтяне не написали. Египтяне рисовали сапит. Но второй вид это иероглифы. В
этом языке есть 31 буква. Можно писать справа, налево, слева, направо, сверху, вниз, как они хотят. Создание. Место создания. Там точно как источник Нила. Колонный зад. Как папирус. Тоже там был камень. Камень называется Бен-Бен. Мы нашли две мумии. Кто из них Хатшепсут, мы не знали. Но когда мы нашли Лариц или Кафечи Хатшепсут, или Бломбу Хатшепсут, было легко знать, кто из них Хатшепсут. В массе этого Вавилона мы нашли эти камни. Там рисован праздник опыта. И там это запах постоянно хороший. Это просто снабжало. Снабжало храм с водой, потому что сами важные. Все это мобильные. Четыре раза каждый день. Да сейчас. Это вот то, что они говорят, что тут явно видно, что работала фреза. Что работала? Современная техника, да? Да. И что? Какой твой? Ну вот, смотри. Явный пример разной кладки. Очень совершенная кладка камень на камень. Без раствора и кладка с раствором. То есть этот храм строился, достраивался и перестраивался много раз. Спрячь.
Et là, on arrive devant le salon.